Итак, группа «Скандинавская ходьба» в Ташкенте начала свои занятия 29 сентября 2018 года. У нас есть страница, которая живет уже с 1 января 2017 года и насчитывает 448 участников. Вот хотелось бы узнать, спустя несколько месяцев после начала занятий скандинавской ходьбой, что она дала каждому из вас? Люда, пожалуйста. Радость общения с участниками группы и удовольствие от самой ходьбы. Очень хорошо. Лёня? Радость общения и здоровье. Здоровье. Прекрасно. Неля? Действительно, мы познакомились здесь, создали большую группу, мы стали все как родные. Конечно, прилив сил, настроение хорошее, замечательное. Друг друга поддерживаем, в курсе всех событий, так что заниматься надо. Прекрасно. Валя? Желание ходить, встречаться, общаться и оздоравливаться. Но все-таки здоровье есть, как сказать. Эффект какой-то. Эффект, а? Есть, да. Валя у нас больше всех ходит. 16 тысяч шагов в день пройдет и не чихнет. Пожалуйста. Общение, здоровье, заряд на весь день после занятий. Вообще шикарно. Мне очень нравится группа. Вот Наташа у нас новичок. Пожалуйста, Наташа, что вы поняли? Ну, сегодня уже за это занятие хорошее настроение обеспечено. Ну и самочувствие тоже. Прекрасно. Оля Сорокина тоже у нас лидер группы. Смирнова. Ой, простите. Простите. Оля Смирнова, наш чемпион. Да, в соревнованиях она заняла первое место по технике и скорости скандинавской ходьбы. Для меня самое главное – это радость физической активности. Ну, а через это, естественно, когда ощущаешь себя, свое тело именно в таком бодром состоянии, то хочется жить и радоваться дальше, и общаться радоваться в группе. Жизни. Ну, замечательно. Наэля, пожалуйста. Я приобрела здесь подруг. И очень близких, и очень неблизких, очень близких людей. Также мне здесь, почему легко и хорошо, у меня поднимается настроение и улучшается самочувствие. И вот эти два друга. Вот они всегда рядом с тобой. Наташа Сорокина. Я очень рада, что у меня улучшилось здоровье. Всегда настроение хорошее повышается с палками и круг общения. Замечательно. Это самое интересное. Да. За Ниру. Конечно же, это круг общения наш вот, увеличивается, радуемся. Я не знаю, я с большим удовольствием прихожу сюда заниматься и получаю большой заряд энергии. И, конечно же, оздоравливаюсь. Замечательно. Халида. Ну, я присоединюсь действительно ко всем словам, которые прозвучали. Это энергия, это бодрость, это настроение. То есть здесь целый букет всего того, что мы приобретаем. Физическая выносливость, скажем, потому что чувствуешь, что уже можешь больше. Вот это очень, да, конечно, нравится. Да, это здорово. Ирочка? Приятно общаться с такими замечательными людьми. И еще иногда нужно отвлекаться от своей любимой работы. Вот это. А у Иры любимая очень работа, она педагог. Мои дети, педагог. Привет, в школе 159. Преподаватель начальных классов, да, в школе 159. Лучший учитель Ташкента, я спасибо, считаю. Спасибо. Надеюсь, так стать хорошим ходоком. Да, да, североходцем. Пожалуйста, Майя. А я тоже очень рада, конечно, что приобщилась к этой группе. Мне очень приятно ходить здесь. Но я уже занимаюсь не только в группе, но и по городу хожу с этими палочками. Я получаю большое удовольствие от хождения. Ну, здорово. Действительно, все мы не просто только на занятиях ходим, но и каждый день практически выходим со своими палочками и ходим, где хотим, гуляем. Пожалуйста, Лиля. Ну, мне нравится эта ходьба, потому что мы приобрели друзей. Ходим куда-то, посещаем какие-то мероприятия. А когда на пенсии, это очень большое имеет значение. Поэтому общение должно быть обязательно. Замечательно. Большим количеством людей. Замечательно. Это кроме хорошо общения, я бы хотела вот сказать на собственном примере. Во-первых, скандинавская ходьба понижает давление. Я это заметила. Скандинавская ходьба, да, укрепляет сердечко, это хорошая кардионагрузка, умеренная. И за несколько месяцев человек чувствует, что ему и дышать легче, и ходить легче. Кроме того, скандинавская ходьба укрепляет очень хорошо мышцы спины
и проблемы остеохондроза значительно уменьшаются. Скандинавская ходьба снимает нагрузку, 30% нагрузки нашего веса снимается с суставов ног, и ходить тоже легче. А самое главное, она позволяет почувствовать, что ты молодой, подвижный, с прекрасным настроением человек, который способен еще очень много и много сделать. И нужно больше приобщать молодежь в скандинавской ходьбе, потому что спортивные виды скандинавской ходьбы доставляют еще большую радость. Ну, за наше прекрасное будущее. Еще можно отметить, что здесь очень хорошее место для занятий. Очень красивое. Да. В этом парке. Очень красивое место. Дорожки все чистые. Экопарк – это наша основная база для занятий. И мы благодарны администрации экопарка, что она нас здесь привечает. Кроме того, администрация экопарка закупила 15 комплектов скандинавских палок. И те, кто хочет поучиться, могут брать на прокат палки, и в понедельник и в среду с 11 часов у нас проходят вот на этой площадке, которая называется амфитеатр, занятия по скандинавской ходьбе. Спасибо! Есть. Большого будущего в скандинавской ходьбе в Узбекистане! Надо какой-то такой этот. Молодцы!